Здравствуйте, меня зовут Кирилл Кривошапов. Мне 7 лет. Борис Захадер, что красивее всего? Ребенок спросил ни с того ни с сего. А ну-ка скажи, что красивее всего? Да, вот так вопрос. Что красивее всего? Ответить я сам не сумел на него. И вот я решил послушать ответы других обитателей нашей планеты. Деревья и травы сказали в ответ, что же прекраснее, чем солнечный свет? Что же прекраснее ночной темноты? Ответили совы, сычи и кроты. Лиса, отвечали мне волк и лиса. Орел с высоты процедил. Небеса. По-моему, море, ответил дельфин. Мой хвост без сомнения, крикнул павлин. Спрошу мотылька, отвечает цветок. Спрошу у цветка, говорит мотылек. Кто славит поля, кто полярные льды, кто горы, кто степь, кто мерцание звезды. А мне показалось, что все они правы. Все! Звери и птицы, деревья и травы. И я не ответил, увы, ничего. На трудный вопрос, что красивее всего? Спасибо за внимание.